Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для каждую секунду ты получаешь плюс один дамаг. Для этого переходим на мой личный сайт. Также ссылка на него будет, как всегда, в описании. Первым делом, если у вас нет никакого чита, переходим во вкладку Exploits и скачиваем любой предложенный чит. Либо Star, либо Splash. Напомню то, что Splash используется с ключ-системой, Star без ключ-системы. Сегодня в ролике буду показывать Star. А далее. Копируем название. Сразу скажу то, что название нужно копировать без плюс один и без слова damage. Далее пишем вот это название, которое мы скопировали не полностью. Нажимаем поиск. И вот на данный момент есть два скрипта на этот режим. Почему не нужно копировать плюс один и damage? Потому что если, смотрите, если мы скопируем, напишем, то, к сожалению, этот скрипт не найдет. То есть обязательно нужно писать название без плюс один и damage, чтобы его не было. Давайте вам покажу самый первый по счету скрипт. Он намного лучше, чем вот этот второй. Но, в принципе, какой вам больше понравится, тот использовать можете. Дальше, чтобы его получить, нажимаем кнопочку «Скачать». Далее еще раз «Скачать». И вот появляется сам скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Дальше мы его копируем, заходим в игру, открываем чит, в чит вставляем скрипт, далее заходим в настройки и смотрим, какой DLL работает. То есть, как видите, на данный момент, на запись видео, сегодня у нас 10 января, как видите, DLL от VRDevs не работает. Здесь написано «Patched». Если написано «Working», значит, этот DLL работает. Вот, ну у меня стоит DLL от CRNL. Он сейчас работает, также вы его ставьте. Напомню то, что этот DLL используется с ключ-системой. Давайте я вам быстренько короткое видео прикреплю, как получить ключ. Там, в принципе, ничего сложного нету. Быстренько получите и далее будете спокойно играть. Так, ну я думаю, вы поняли, как получить ключ. Сложно, там ничего нету. Дальше, что нам нужно сделать, это нажать Inject. Ну, естественно, вы уже его нажали, чтобы получить ссылку. Для того, чтобы получить ключ. Все, после того, как вы ключ ввели, нажали Enter, у вас пропадет это окошко. Значит, Inject прошел. Дальше, что нужно сделать, это нажать кнопочку Xcode. Нажимаем, и вот появляется скрипт. Так, значит, смотрите, у вас обязательно должен быть одет меч в руках. И выбираем моба, на котором будем фармиться. Ну, давайте, допустим, это будет полицейский. Так, значит, в названии ищем этого, получается, NPC, ну, то есть бота. Конечно, это довольно сложно сейчас будет его найти, но попробуем. Так, что-то пока что не могу найти. А, вот, все, нашел. Отлично. Вот мы его выбрали. Далее включаем функцию автокилл и смотрим, что происходит. Как видите, автоматически мы начинаем убивать вот этих полицейских. У нас прибавляются победы, также убийства. И все, в принципе, прекрасно работает, как видите. Можно отключить. Как видите, фарм останавливается. Также можно отключить автодэмэдж, который включился. Далее кнопочка Reburst. Сразу скажу то, что эта кнопка немного баганная, то есть если вы эту функцию включите и выключите, и все равно типа накопите на Reburst, даже при том, то, что у вас эта функция будет выключена, то у вас сделается Reburst. Так что Reburst лучше сами делайте через вот эту вот панельку в игре.
Дальше, последняя функция это автооткрытие яиц. Давайте проверим ее. Получается, на какое яйцо мне хватает? Вот за 100 побед. Здесь также выбираем название этого яйца. Это нуб яйцо. Вот нашел. И сингл это получается одно открытие. Включаем эту функцию. Ага. Как видите, автооткрытие не работает. Но не работает оно на далеком расстоянии. Если вы подойдете прям впритык, то оно, естественно, начнет работать. Давайте тогда просто сразу тройное открытие проверим, будет работать или нет. Как раз у меня на 3 открытия хватает. Включаем эту функцию. И, как видите, все-таки тройное открытие не хочет работать. Окей. Тогда делаем сингл опять и включаем. Вот, и как видите, сейчас автооткрытие у нас работает. Ну, то есть, как удобнее, либо через скрипт открывайте яйца, либо через саму игру. То есть, как вам удобнее. Дальше скорость. Давайте попробуем на 60 поставить, 61. И быстрее вроде бы как я не стал. А хотя нет, вот на сотке уже заметно то, что я быстрее стал. Отлично. В принципе, все. Все функции показал, которые здесь были. Напомню то, что ссылка на мой сайт будет в описании. Пользуйтесь им. На этом буду заканчивать. С вами, как всегда, был Избан. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Всем удачи и пока.